Привет, с вами Диана Лауши, и сегодня мы продолжаем разбираться с коварными согласными китайского языка. Часть вторая. А вот и вторая партия необычных звуков. Ди, ти и си. Если в случае с дз, ц, х, с мы произносили звуки более напряженно, то здесь нам наоборот нужно расслабиться и добавить немного мягкости. Когда мы произносим звук ди, нам необходимо прижать язык к небу и произнести вот такое сочетание. Ди, ди. Попробуйте. Ди. А вот когда мы произносим звук ти, нам наоборот нужно оглушить тот звук предыдущий и добавить больше напора. Ти. Ти. Давайте сравним вот эти два звука ди и ти. Вы можете приложить ладошку и произнести эти звуки. И когда вы будете произносить звук ти, у вас должно быть больше воздуха, больше воздушный поток. Ди. Ти. И последний звук из этой компании это си. Здесь мы уже ничего не прижимаем к небу, но все равно язык достаточно высоко поднимаем. Си. Си. Звук должен получиться немножечко шепелявым. Си. Давайте посмотрим, в каких словах встречаются эти звуки. И вот как будет звучать слово предложение. Дю. Дю. А вот как мы скажем слово вставать. Ти. Ти. Ну и последний примерчик это слово запад. Си. Си. В следующем видео нас ждет разбор третьей части коварных согласных. Это дж, ч, ш, ж. Мы с вами выясним, как с ними разобраться. На сегодня это все. Надеюсь, этот выпуск был для вас полезен. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока!